любовь. Каждый может догадаться, Антонина влюблена. Ну и что? Ей скоро 20, а на улице весна. Только звякнет телефон, то не шепчет. Это он. Стала ласковой и кроткой. Ходит мягкой походкой. По утрам поет, как птица. Тут и младшая сестрица. Просыпается, чуть свет, говорит. Пора влюбиться. Мне почти 13 лет. И Наташа на уроке оглядела всех ребят. Юрка. Слишком толстощекий. Петька. Роста маловат. Вот Алёша, славный малый. Я влюблюсь в него, пожалуй. Повторяет класс по карте, где Иртыш, где Енисей. А влюбленный за партой нежно шепчет Алексей. Алекс смотрит огорченно. Что ей нужно от меня? Всем известно, что девчонок он боится, как огня. Он понять ее не в силах, то она глаза скосила, то резинку попросила. То она вздыхает тяжко, то зачем-то промокашку подает ему, любя. Алек вышел из себя. Поступил он с ней жестоко. Отлупил после урока. Вот так вот с первого свидания начинаются страдания.